Накануне вечером сотрудники городского УВД провели крупномасштабные рейды на центральных улицах Шымкента. В профилактике правонарушений были задействованы более 70 полицейских. За два часа рейда мы выявили 18 административных нарушений. В отношении водителей были оформлены протоколы, а их автомашины водворены на штрафстоянку. Стражи порядка проверяли подозрительные автомашины на наличие запрещенных средств оружия и наркотиков. Помимо этого, полицейские проверяли и пассажиров. В ходе рейда были задержаны две девушки, граждане Узбекистана. При проверке у них не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. До установления личности задержанных девушек полицейские поместили их в приемник-распределитель. В Махтаральском районе полицейские выявили притон. Хозяйка сауны эксплуатировала молодых девушек, заставляя их заниматься проституцией. Полиция қызметкерлері арнайы шаралар жүргізет. Сейчас подозреваемый находится под следствием. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 271 Уголовного кодекса «Организация притона». Как выяснили полицейские, женщина получала от каждой сделки по 2000 тенге. Что у вас заведение здесь? Сауна и гостиница. Кем вы работаете? Администратором. Сіз 2000 тенге не үшін алдыңыз? Сотрудники полка патрульной полиции во время ночного дежурства задержали трех гастарбайтеров. Все они граждане Узбекистана, подрабатывающие на стройке. При патрулировании нами были задержаны граждане Республики Узбекистан. У них не оказалось документов, удостоверяющих личность. По данному факту мы оформили административный протокол. Теперь дальнейшую судьбу гастарбайтеров будет решать суд. Не исключено, что за нарушение миграционного законодательства они будут выдворены за пределы республики.